студенты Королевского университета пришли в свой родной университетский парк. Сегодня мы решили посадить две аллеи. Конечно, первая аллея – это память погибших нашим соратникам, нашим студентам в Керчи. Мы посадили аллею памяти. И вторая аллея – это память героев комсомольцев, столетий. Вы знаете, все-таки мы взяли вот такие обязательства, чтобы наш парк был лучше. И мы всегда, вот такие выходные дни, когда есть возможность, мы приходим и наводим порядок, делаем подсадку. И я думаю, вот те обязательства и то задание, которое мы взяли мы ее выполним. И наш парк будет лучшим парком. А все студенты Талевского университета скорбят